Всем здравствуйте, я Дмитрий Хитрин, вы на канале Крепкий Мужик Про. Мой канал про тренировки, про питание, про здоровье в целом. И сегодня я, как и обещал вам в прошлом видео, расскажу, что скрывает мой холодильник, что в нем хранится, какие продукты там есть и каких продуктов вы там никогда не увидите. Итак, начну прямо с верхней полки. Кувшин с чистой водой. Чистая прохладная вода всегда стоит у меня в холодильнике. Слежу за количеством потребляемой в сутки воды, слежу за электролитным балансом своего организма. Плюс в некоторые моменты вода помогает избежать приступов обжорства. Как это работает, я объяснял в предыдущем видео, пройдите, посмотрите. Свежая молодая капусточка. Обожаю салат из нее, даже могу просто отрубить, посолить и покушать. То же самое спасает от приступов обжорства, иногда охота просто чего-то пожевать, сидя за компом, капуста очень сильно в этом помогает. Много ее не съешь, и если ваш желудок переносит ее хорошо, пожалуйста, жуйте на здоровье. Обезжиренный творожок. Дата изготовления сегодняшняя, срок хранения 10 дней, поэтому купил 5 пачек, чтобы часто за ним не бегать. Съедаю каждый день на ночь по пачке. Филе сельди слабосоленое. Очень удобно, здесь 200 грамм рыбки, как раз порция на раз. 40 грамм белка плюс необходимые для организма ненасыщенные жирные аминокислоты. Омега-3. Не обязательно это может быть филе сельди, это может быть и тунец, это может быть и горбуша. Можно покупать прямо в консервах, в собственном соку. Очень хорошо спасает, если вам лень готовить рыбку. Также кушаю каждый день. Яички. Яички я обычно покупаю пару кассет с запасом, чтобы часто за ними не ездить. Покупаю их на рынке, свежие в магазине не беру. Съедаю каждый день по 5 штук на завтрак. Здесь в тарелке у меня лучок. Лук репчатый, просто не нашлось контейнера. Положил в одну тарелку, тупо накрыл другой на луке. Я жарю яйца по утрам, либо я их могу отварить. Здесь у меня замаринованное филе индейки. 700 грамм. После приготовления останется в районе 500 грамм, и это мне на два раза. Запас на день. Лучок, укропчик, кинза. Внизу в ящике у меня огурчики, помидорчики, грунтовый лучок, морковка. Сейчас овощи на рынках сезон, они недорогие, поэтому, пожалуйста, клетчаточка необходима, очень необходима тем, кто сидит на дефиците калорий. В дверце у меня нету по факту ничего, кроме тушенки, которую мне подогнал братюня. Он сказал: держи, брат, кушай натуральный продукт. Употреблю ее с макарошками, когда у меня будет читмил. Все, больше ничего у меня в холодильнике нету, кроме вот этого поглотителя запаха. Как-то так. В моем холодильнике нету ничего лишнего, поэтому у меня гораздо меньше соблазнов сорваться и чего-то наесться. Понятно, что когда у вас большая семья и каждый несет в холодильник что-то свое, очень трудно сдержаться, и нет-нет, вы что-то запрещенное в себя закидываете, что-то из того, что не должно входить в ваш рацион. Но, друзья, самодисциплина, самоконтроль и самоорганизация – только так вы сможете стать стройными и красивыми и поддерживать свою форму в полном порядке. Всем стройности и здоровья! На связи!